Let's play. Ну вот мы и встретились с вами, ребята, снова. Сейчас мы будем проходить с вами второе из дополнений. Я думаю, это будет очень весело. Это мы прошли уже. И сейчас будем проходить это. Что-то здесь у нас будет связано с нашими маленькими гномиками. Выловленные бутылки еще надо собирать. Ну-ка, тут 3 из 5. 2 бутылки я где-то не выловила. Ну, будем смотреть. Искать бутылки. Наверное, за них нам дадут ачивку. Ну, хорошо. Начинаем. Поехали. Страшные звуки. Это мы куда-то катимся. Куда-то едем. На крюке. Замотанный во что-то вкусненькое. Ай. Ай, я тут ничего не делаю, он сам падает. Больно и страшно, зайки. Ну давай, встаем. Ой, гномушки вышли, гномушки. Че, они сейчас съедят мой труп? За то, что мы их съели. И разбежались такие. Типа, че ты тут? Так, фонарик со мной. Хорошо. Фонарик со мной. Я счастлива. Ну, погнали. Уголь какой-то у нас. Какая-то шахта какая-то. Ты жопа маленькая. Чё они от меня убегают? Да ну, иди сюда. Мы же так хорошо проводили время вместе. Мы же дружили с вами. Вы что, не помните, что ли? Ну ладно. Иди сюда. Почему вы меня боитесь? Жопа. Вон один гномик сидит, смотрите. Ах, ты жопа маленькая, застрял. Он как Винни-Пух. Ай, ты иди сюда. Да, я тебя обниму. Ну наконец-то. Теплые обнимашки, жаркие объятия с маленькими гномиками. Уня-ня. Все, теперь ты мой друг. Теперь он за мной ходит везде. Давайте посмотрим, может у нас тут где-то что-то есть. Нам же надо с вами... искать бутылки. Но, по сути, можно и без бутылок обойтись. Хрен с ними. Так, давайте будем его подкидывать. Он нам должен открыть. Ай, та-та. Пойдем с нами. Ты мне теперь нужен будешь. На протяжении всей моей игры. Давай. Опа. Небольшое отвлечение на телефон. Но это ничего страшного. Погнали. А, закрывается. Ой, ты молодец, маленький мой. Успел. Что у нас здесь? Глаз большой, смотрящий. Бегущие дети и гномики. Очень интересно. И гномик так разговаривает забавно. Так, давай отодвинем. Ты мне поможешь? Ай, ты молодец. Какой зайка сильный. Поможет. Пойдем, пойдем, пойдем. Его не бери, пойдем. Он с тобой пойдет, скорее всего. Ну-ка, что у нас тут? Все изрисовано картинками какими-то. Так, у нас, смотрите, у нас гномик сидит в ящике, там, в клетке. Нам надо его спасать как-то. Ой. Шевелится. Так, вылазь. Иди ко мне. Иди ко мне, я тебя обниму. Ой, тебе холодно и страшно. Такой звук прям няшный, приятный. А может быть, вы мне поможете того гномика достать, а? Ну-ка, давай. Оп.
Иди ты ко мне. Иди ты ко мне. Давай. Аллее. Оп. Нет, вы клетку открываете. Клетку открываете. А, вы хотите мне ящик скинуть? Ну ладно. Ля, какие молодцы. А чё вы слезли? Ну как бы ладно. Давай откроем. И с этим подружимся. Ай, ты маленький, тебе страшно. Иди ко мне. Ой, мое солнышко. Слышите этот звук приятный? Пойдем со мной. Пойдем. Опа. Пойдемте, детки мои маленькие, сладкие. А чё, ну... А вы меня подкинете? А чё вы показываете? Что-то показывает, зайки. А чё ты ходишь по кругу? О, резонечко моё, обнимашки. Может, по... лапоньки? Ой. Что делают? Открываем вместе двери. Замечательно. Хорошо. Продолжаем наше путешествие. Так, что у нас тут такое? Я залезу сюда? Давай, залезь. Нет, гномик не нужен, ты сам можешь залезть. Да не надо гномика. Вот. Два уголечка упали. Ладно, ничего не понятно, но очень интересно. Так, что у нас тут такое? Ой, гномик вот. Иди сюда, иди обнимашки. О, что показываешь, что? А-а-а. Рычажок надо. На рычажок надо нажать. Ух ты, какая большая печка. О, смотрите, они сами поняли, что им надо носить уголь. А почему только два? А где другие? Где те, которые со мной были? Ну-ка, пойдемте работать. Ну-ка, пойдемте. Пойдем, пойдем, пойдем. Ай да, быстро, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Иди, уголь кидай. Ишь, какие. Не хотят. Айда, айда уголь кидать. Что-то там происходит, а они не кидают уголь. Что происходит? Так, у нас упала лестница. Какая-то... Какой-то лифт, что ли. Ну, хорошо. Давайте сходим сначала в ту сторону, а потом пойдем в эту. Пусть эти козявки кидают. Наверное, должны кидать до той поры, пока не начнут двигаться те вагонеточки. Так, иди сюда аккуратнее. Чик, давай, залазь. Так, что у нас тут такое? А, это вот эта штука, которая у нас. Так, тут непонятно. Возможно, я сюда вернусь потом. Что-то мне нужно, значит, сделать другое сначала. Так. У нас еще вон лестница. Идем на ту лестницу. Ну, давай. Посмотрим, что там. Так, я не вижу бутылок, вот не вижу в упор. Ладно, не будем цепляться за бутылки, да? Хотя хотелось бы на самом-то деле. Это висящие игрушки повешенные. О! Попрыгаем. Опа! А, крысы, крысы, куча крыс. Вставай, вставай, зайка. Ух ты ж, это наш дядька. Тот самый длиннорукий, коротконогий мужичок, который слепой и который нас только и делает, что слышит. Он нас не видит, он нас только слышит. Так, значит, нам надо аккуратно ходить потихонечку через вот эту дырочку, наверное. Что-то ищет там. Так, пилорама там зачем-то.
Зачем пилорама? Так, давайте осмотримся. Так, вон там рычаг. Вот тут крутилка какая-то. Обезьяны. Ух, идет. Не задень меня только. Ха-ха-ха. Ух. Так, по всей видимости, может быть, надо врубить. Что врубить-то? Там сначала, наверное, надо врубить рычажок, потом нажать на кнопку, чтобы заработала циркулярка, чтобы она стала шумной, и он на нее отвлекся. Хорошо. Катя, аккуратнее. Так, как-то я прям решила по-быстрому. Ой-ой-ой. Вот пропади в текстурах, ты сейчас вот исчезаешь так вообще шикардосно, просто прям, просто волшебным образом. Моя бы воля, я бы тебя вообще бы не видела. Так, кубик-то положи. Нам не кубик надо, нам надо... Блядь. Чё творю? Кубик кинула. Господи, прости. Не видно нормально, я в дырочку или не в дырочку, в окошко или не в окошко. Ах, Екатерина. Ну, прям с, вот с самого начала и уже прям такой трэш. Прям с самого начала уже. Так, сейчас мы сделаем все аккуратно. Сейчас мы сделаем все аккуратно. Давай. Как сердце колотится. Хорошо. Сбежали от дядьки. Отлично. Давайте смотреть, что у нас здесь. Ой, голова отвалилась. Какой кошмар. О, господи, крысы. Жесть. Так. Вагонетка висит. У нас тут нету наших маленьких гномиков. Так, я вижу гномика. Зайка, я тебя вижу. Как мне к тебе забраться? Ты со мной прыгаешь? Ой, смотрите, он со мной прыгает. Давай, прыгай. Так ты спасешься. Ой, ты солнышко, иди ко мне. Ой, маленький. Ай, сладкие обнимашки. Там надо нам с тобой куда-нибудь, нет?
Ну, Госька, а молоток нам нужен с тобой? Молоток у нас лежит. Мне кажется, что он может быть и не зря. Хотя я не могу его взять. Ладно. Что у нас тут? Мы с тобой сможем открыть? Мы не сможем. Пойдем со мной тогда. Пойдем, маленькое чудо. Что у нас там наверху? Наверху есть у нас... есть что-то там. Значит, мы с ним сможем туда забраться. Надо понять, как. А давайте я на лестницу подкину. Пойдем, солнышко маленькое, пойдем. Давай вот так. Так, али. Оп, давай. Ай, молодца. Так, давай. Тетя Катя туда слазит и проверит, что там такое. Так. Свет. Банки, склянки. Ничего такого. Ну хорошо, сейчас рычаг. Так, ее вниз надо опустить. Угу. Ой, она сама поднимается. А, хорошо, отлично. Значит, ну, нам ее опустил. Видимо, снял с этих. Так, нам теперь надо как-то отсюда выбраться, да? Надо все проверить. Ни черта не видно. Темень несусветная. Какие-то вон игрушки странные. Так, давайте сюда сходим. Чё это? Держись. Какие-то рисунки. Тазик. Еще тазик какой-то. Туда я могу? Нет, не могу. Стул, игрушки. Кнопка какая-то. Что это за кнопка? А, это комната этого дядьки, где он запаковывает детишек. И что, это просто, что ли, чтобы мы посмотрели, что вот она. А, погодите-ка, ну-ка. Мы можем наблюдать. Смотрите, это наша лапушка из первой части. Офигеть. И там он длинными своими ручонками за ней гонялся. Все, значит, это сцена последняя, которую мы можем посмотреть этим глазом. Прикольно. Это, по всей видимости, сделано специально, чтобы вспомнить, что у нас было. Какие забавные, волшебные этапы у нас были при прохождении первой части. Так, давай ты спустишься там. Ой, господи, бедолашка. Так, мы с тобой... А, нет. Наверное, нет. А если я сейчас... Вон там какое-то окошечко. Я допрыгну, вот если вот так. Ни хера я не допрыгну. Давайте Легу подкатим. Солнышко, пойдем? Давай. Подтащим тележку, и я на тележке заберусь, вон в то окошечко схожу. Смотрите, его там зажало, бедного гномика. Добрый, блин, тетя Катя. Я тебя высвобожу, малыш. Так. Отлично, мне тут нужен гномик. Шикардос вообще. И тут мне нужен гномик. А что у нас здесь такое? Непонятно. Ага, ладно, понятно. Ой, смотрите, гномик, надо его поймать. Иди ко мне. Ой, ты моя солнышко. Ой, ты моя някушка. Ой, ты вкусный мальчик. Ну да, вкусный, потому что...
Наша девочка же съела одного гномика. Мы теперь знаем, что они вкусненькие. А мы их кушать не будем. Мы будем дружить. Давай тебя вот так кинем. А? Нет, не сейчас. Ну давай, пойдем сначала там откроем. Того гномика возьмем. Он должен с нами гулять, ходить. Ай, ты молодец. Да ты солнышко. Ай, ты мой хороший. Соскучились по мне. Так, нам вот эта телега нужна с собой, нет? Что-нибудь, может быть, там залезть наверху, посмотреть. Я не уверена. Но чем черт не шутит. А, бутылка! Офигеть! Первая бутылка. Давай, залезем. Давай, 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 давай. Опа! Наконец-то! Одна из пяти есть. Это дело надо отметить. Свиточки вот эти вот он берет и куда-то складывает себе в карман. Ха! Ты ж дебоширим. Сейчас придет. Придет дядька с длинными руками и скажет: чё ты тут дебоширишь? Ёптать, идите сюда, маленькие мои. А, зайки? Айдайте? Пойдемте. Мне нужна ваша помощь. Давай, попробуем. Вот. А давай второго. Чё ты? Чё ты, солнышко? Иди второй ко мне. Иди ко мне, зайка. Айдайте оба, пойдемте. Давай, опа. А, одному можно было. Ну и отлично. А теперь, значит, мы вот так, опа. А чё ты там убежал? Ну-ка иди сюда, где ты там? А где это он спрятался? Вот жопа маленькая. Я не могу его достать. Хорошо, сейчас я сама рычаг тут нажму. И его разэтывает. Выбежал жопа. Я тебя поймаю. Ты будешь моим гномиком. Ну-ка иди сюда. Догоню, догоню. Ах ты маленький бегунок. Пытается меня обмануть. Прикиньте. Смотрите, что творит. Я тебя сейчас обману. Залезу вот сюда. А, он так не обманется. Вот жопа маленькая. Ну-ка иди сюда. Вы мне все нужны. Вы там, по ходу дела, у меня в рабстве. Я почти поймала его. Иди сюда, ну пожалуйста. Ну-ка иди ко мне. Ты маленький злодей, а? Прикиньте, мы прям с ним разминулись. Вот жопа же ж. Догоню, догоню, догоню. Иди сюда. Да, все. Наконец-то поймала. Сколько, господи, я за ним бегать должна была, а? Вот маленький злодей. Все, айда. Мы все вместе должны идти туда. Навстречу приключениям. Так, залазь. Погнали, лапушки мои, погнали. Телегу берем. И телегу катим вместе со мной. Так, подождите, я перехвачусь. Подожди, 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 подожди. Давайте, давайте, берем. Берем и... Эй, пошлите. Малышня, вы чё? Они не хотят за мной идти. Чё за безобразие? Ну, только один гномик помогает. Ну, что такое-то, а? Мне все должны помогать. Мы так не затащим. Ну-ка, идите сюда. Один самый преданный помогает, а эти что-то стоят. Чё вы стоите? Пойдем. Айда. Айда, айда, айда. Кутя, 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 кутя. Пойдем, пойдем. Пойдем, смотри, как надо. А где третий? Иди сюда, маленький. Отлынивает. Ля какой. Отлынивает. Ну-ка, айда все вместе. Ну-ка, взялись. Вот. Ля какие.
Тащим, тащим. Все затащим. Так. Хорошо. Стопэ, стопэ. Вот так, сейчас я заберусь. Да? Дайте я туда схожу. Подождите меня тут. Сейчас нам надо там что-то посмотреть. Так, вот окошечко у нас. Залазь. Вот так, залазь. Так, что у нас тут? Тут ничего такого. На стол шмяк. Так, хорошо. Сейчас мы сюда вагонетку, значит, с ними. Затащим. Ну, пойдемте, малыши мои, пойдемте. Давайте, я только с той стороны возьму. Давайте. Давайте, давайте, навались. Навались. Давайте, давайте, давайте. Не отлынивайте, прячутся они там. Жопки маленькие. Так, давай, 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 давай. Куда-то у нас на склон пошло. А, давай. Хопа. Тыщ. Отлично. Шикардос вообще. Все, все. Вот мы и вернулись в эту комнату. Так, детвора, вы сюда вставайте. Хорошо. Я сейчас должна, значит, открыть этот люк. Так, вот у нас лестница эта. Давай. И слазь потихонечку. Я должна сейчас открыть этот люк, и они тоже пойдут у меня кидать уголь. Маленькие шахтеры, господи. Попахивает рабовладениями гномиков. Так, давай вот с этой стороны. Так, все, минутка отвлечения прошла. Возвращаемся. Вот они наши три гномика. Ну пойдемте, пойдемте. Айда. Айда, я покажу вам, что надо делать. Давай, 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 смотрите. Видите, друганы ваши кидают уголь. Ля, какие молодцы. О! О! Лифт поехал. И не поехал. Блин, я думала, сейчас уеду. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Так, вот у нас номик. Номик, номик. Убежал. А что ты убежал? Иди сюда. Что, я вас догонять, что ли, должна всех? Ой, ты мое солнышко. Ай, някушка мягкая. Пойдем, у нас вон еще застрявшая жопка. Иди сюда. Ай, ты маленький дурачок. Иди ко мне. Обнимашки. Ай, как хорошо. Все? У нас тут двое вас. Вы идите, уголь кидайте тоже. Айда, айда, покажу, что делать. Айда. Айда, айда. Может быть, заработает? Зайки такие. Ай, ты солнышки. Пошли кидать. Тык-тык-тык. Прям такие молодцы. По очереди кидают. Ля какие. О, это похоже, знаете, на мультик какой? А это как раз таки в мультике «Унесенные призраками». Когда Тихиро работала у этого, господи, помогала угольки складывать вместо маленьких черных чернушек. Там же маленькие черные чернушки таскали угольки в большую печь, чтобы вода нагревалась для гостей, чтобы гости мылись. Короче, ребят, кто не смотрел «Унесенные призраками», обязательно посмотрите. Есть прям такие какие-то схожества очень. Ой, вылетели пробки. Это, походу, лифт какой-то. Ну-ка, давай пробка. Раз. Ой, а у нас что ли пробка сгорела? Прикиньте, у нас пробка одна сгорела. Нам ее не поставить.
Смысл нам от нее? Нам надо пробку найти. Ну давай. Что-то жутковато. Блядь. Ух. Как-то жутковато. Опять. Главное не наступать на угольки. Главное не наступать на угольки. Ух, сердце колотится. Ой, ребята. Пыхти, что-то там она. Куда-то иду, какая-то лестница. Своими загребущими, господи. Ох, убирай руки свои. Не лазей, не шастай. Уходи. Ох-ох-ох. Матерь Божья. Так. Какие-то ящики. Ну-ка, мы тут залезем. Так, нет, мы только банку возьмем. Так, ну-ка, а это вот лапоньки. Значит, можно открыть. Так, стул какой-то. Ну ладно, стул. Тут у нас что? Ведро. А здесь? Открыть не можешь? Можешь. Папки. Папки, папки. Мы, наверное, по ним залезем. Сейчас вот этот стул, наверное, вытащить. Это же стул? Тащи. Сильный, смелый, ловкий, умелый. Опа. Так. Чё, вылезти теперь не можешь? Сама себя замуровала. Так, пододвинь теперь вот так. Ага, отлично. Замечательно, залазь. Так, что у нас тут наверху? Что мы тут имеем? Ведро со шпателем. Так, по всей видимости, мы сейчас по лампе должны вон в то окошечко. Давайте раскачаемся. Отлично, залазь. Хорошо, ползем. Давай включим свет. И будем потихонечку ползти. Давай, давай, давай. Чё, ты не хочешь? Ну давай. Прикиньте, он не хочет со включенным... А, сейчас ползет. Да что за... Чё ж... Ох! Нифига себе. Чуть не... Шмякнулась. Не дай бог сейчас пиявки где-нибудь какие-нибудь. Так, окошечко. Опа. Залезли аккурат в окошечко. Давайте свет включим. Без света очень страшно. О! Отлично. Шикарно вообще. Куча у нас этих штук. Сейчас мы должны забраться. Давай. Тар-та-та. Сделаем себе сейчас из ящиков. Так. Вот так. Оп. Давай. Вот так. Оп. Ой. Так. Так. Тык. Тык. Еще бы такой сейчас контейнер закрывается, и все, и Катя застряла. Так, отлично. Давай, берем. Тык, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Пойдем. Куда-то мы ее сейчас понесем. Ага, вот сюда. Так, у нас кнопка для открывания дверей. Давайте что-нибудь возьмем и откроем. Не хочу я целой кидаться. Лучше кинусь не целой. Так, берем. Ух-ху-ху.
Ёбушки ж, воробушки ж. Ух, жуть-то какая, а? Ручки загребущие, что-то шастает, ковыряется, колупается. Матерь Божья. Где-то его сзади, что ли, обходить? Нет. Все нормально, тут обойдем. Главное, на камушки не наступать. Ох, батюшки мои, батюшки. Так, у нас там что-то. Надо отвлечься. Немножко надо отвлечься на телефон. У нас там чуть-чуть важных дел. Поэтому что мы сейчас сделаем? Он идет за нами. Ё-моё, он идет за нами. Ну, сейчас мы доберемся. Уже, наверное, можно бежать галопом. Но я почему-то боюсь и иду в присядку. Хорошо, что этот светится. Так-то вообще невозможно, если бы он не светился. А, господи, он пыхтит, я слышу. Надо скорее поставить. Ставь. Вот. Уф. И что у нас сейчас? Ой, закрылась. Пауза. Погнали дальше. Ой, у нас гномики тут. Гномики-гномики. Маленькие зайки. Так. Допустим. Допустим. Так, вижу. Вижу. Так, где вы, малышня? А? Где-то эта малышня? Так, один вон что-то рисует. Так, тут у нас есть что, нет? Тут нет. Где-то сидит в ящике. Барабашка маленький. Ай ты, вот они. Один сюда пошел, другой куда-то. Ой, ты сидишь. Ай да обниматься. Да ты моя солнышко маленький. Господи, ребята, это прям серия из одних обнимашек. Давайте вон того возьмем. Ой. Давайте. Вот так. Мы должны сейчас, наверное, как-то поехать. Мы поедем, нет? Потом, видимо, поедем. Нам надо второго гномика взять. Где у нас второй гномик? А? Где у нас второй малыш? Что у нас здесь такое? Ой, кукла какая-то опять. Мы ее не можем не взять, ничего. Так, где у нас гномик, который был другой? У нас же они разбежались. Один в одну сторону, другой в другую. Так, давайте того возьмем, ладно. Эй, ты мне поможешь, нет? Иди сюда. Ты почему от меня убегаешь? Эй! Почему ты от меня убегаешь? Почему? Я же его взяла. Это же тот гномик, которого я взяла, или нет? Или это другой маленький злодей, который... Все. Мы дружим с тобой. А звук такой, как будто это...
У нас новенький. Пойдем, поможешь мне. Давай покатаем. Давай. Туда, давай. И теперь я, наверное... Я не... Ай, ну конечно, я благополучно не запрыгну. Тогда туда катим. А где? Вот он ты, господи, молодцы мои. Я уже потеряла, блин. Я уже тупо потеряла гномика. А вы меня, может, допихнете, нет? Детки мои. Конфетки. Так, я вот так не допрыгну. Нет. Не обязательно закрывать. Залазь. Эй, ну чё вы там? Поехали. Ну, а чё, ты ездить-то будешь, нет? Ну-ка, может быть, я по вот этим я не залезу. Давай вот так, вот тут постой, что ли. Чё делать, эти маленькие злодеи? О, я вот так могу. Сейчас по картотекам пролезу к нему. И не надо мне ничего тут. А, ты залезешь, нет? Не залезет нормально. Ну, вот так, ладно. Айда ко мне. Ай, ты мои обнимашки. Ты мое солнышко, пойдем. Тыща. А мне интересно, картотеки-то вообще эти зачем? Ну да ладно. Так, у нас здесь есть что-нибудь? Давайте его кинем, может там открывается дверь, нет? Нет? Ну пойдем. Тогда пойдемте отсюда. Айда, малышня. Айда. Пойдемте. Пойдемте. Айда, айда, детки мои, айда. Айда, конфетки мои сладкие, айда. Скалочка тоже хочет обнимашек с маленькими гномиками. Давай, опа, давай. Оп, давай. Вот так, по чуть-чуть мы приподнимаем дверь. Ящиком давайте. Подоткнем. О, они отпустили, прикиньте. Эти засранцы отпустили. И такие пошли смотреть твой труп. Вот так вот. Вот эти маленькие засранцы. Нифига себе, это мне что, заново собирать? Ах вы маленькие маньяки. Ну капец. Иди сюда. Иди ко мне. Все. Пойдем покажем этому, что мы тут с тобой обнимаемся, и он не будет от меня убегать. Все равно будет. Все, обнимашки. Ай, ты не акушка. Хорошо. Так, давайте вот эту вы мне помогите пододвинуть. Я сейчас опять по этим заберусь. Вот так. Так, только давайте, ребята, вы потом в следующий раз вот это вот будете делать все аккуратнее. Ой, так. Вот как-то вот, вот это вот волшебная интересная плоскость. Так. А наверх мы не залезем, да? Ладно. Катись. Но она сейчас назад будет откатываться. Ну что за вообще не пруха, не везуха? Не откатывайся, пожалуйста. Давай, катись в нужную сторону нам. Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот, молодец. Все, давай еще раз хватаем гномика. Делаем нежные обнимашки. И идем. Погнали. Все, погнали, погнали. Ну, бери, 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 пойдем.
Так, пойдемте, детвора. А чё там не пришел один? А? Тебе что надо? Особое предложение и приглашение? Идем. Идем. Давай, первый пошел. Хе-хе-хе. Ой. Давай, первый посильнее, посильнее, давай. Отойдем чуть-чуть назад. Давай, первый пошел. Давай, второй пошел. Давай, третий пошел. Вот так. И сейчас мы сделаем вот так. А чё вы? Они мне идут помогать с ящиком. Вы понимаете, что ваша работа заключается в другом? Возвращаемся. Давайте, один пошел. Давай, второй пошел. Давай, третий. Давай. Вот так. Висите. Так, все, наверное. Да. Все, идемте ко мне теперь. Идемте. Проходите, пойдемте. Пойдем. Где остальные? Айда за мной. Айда. Вот так. Где еще один? Вот он. Айда, малыши мои, пойдемте. Давай, первый пошел. Давай, второй пошел. Давай, третий. Пошел. Отлично. Погнали, поехали. Так, ну что? Ну что? Пойдемте, мои маленькие рабы. Вы тоже будете мне кидать уголь. Так, ага, надо открыть. Давайте. Одним откроем. Давай. Аллея, оп. Ну ты что, солнышко? Давай чуть подальше отойдем. Давай. Опа. Отлично. Пойдемте. Пойдемте, малыши. А где третий? Зайка. Так. Несем одного малыша. Хорошо. Погнали, давай, бегом. Ух. Ой, какие молодцы. Накидали мне угля. Заработало. Все вот это дело. Ну, скорее всего, это у нас переход на третье дополнение. Мы его сделаем отдельным видосиком. Ну, сейчас посмотрим, что там будет. Очень интересно. Если что, еще разочек потом посмотрим. Сейчас же еще нам ачивку должны дать. Прикольно. О! Прям такая. Это злодейская штука. Так, сохраняшка. Хорошо. Ой, там гномик. Айда ко мне. Еще гномики. Да вы мои солнышки. Сколько вас там? Так, хорошо. Икс, прикс. Обезьянка. Так, бутылок нету? Нету. Так, у нас хорошо. Чемодан. Чемодан. Можешь подвинуть? Не могу чемодан подвинуть. Вот, гномики, идите мне помогите. Айда, помогите мне, пожалуйста. Помогите, смотрите, не могу, помогите мне. Давайте. Вот их сколько. Ну, помогите мне. Давайте, я вместе с вами. Ой, они сами взяли. И такие, ля, что творят. Да вы мои зайки. А, вы уходите. Дай хоть пообнимаюсь с тобой. Пойдем тоже. Пойдем? Пойдем тоже туда. Айда? Ух ты ж! Прям логово. Логово гномиков. Ха, классно. Это они тут греются, сидят. Свой камин. Прикольно. Ха, здорово. Классно. Опять вот эта вот непонятная игрушка. Такая музыка прикольная. Мелодичная. Так, пойдем в щелочку. Ну-ка, давай включим фонарик. Уф. Шатко как-то.
Ой, лифт. Лифт, лифт, лифт. И что это у нас за лифт? Ну-ка. Ребята, это наша злодейка, это наша та самая ведьма, с которой мы сражались, когда были маленькой девочкой в желтом плаще, когда мы победили эту ведьму и сожрали ее. Она так смотрит наверх, как будто она поняла, что там я. Угу. Мы получили ачивку, конец близок. По всей видимости, действительно, это переход на третье дополнение. Мы его пройдем отдельно. Запишем отдельно и выложим отдельно. Хочу напомнить, ребят, что спонсором данного ролика является моя хитрая лисичка. Мягкая, пушистая и няшная. Ладно, ребят, шутки шутками. Но мы с вами встретимся за третьей частью очень-очень скоро. Всех целую. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.